Виктория Короткова ответила хейтерам, почему не показывает фото без макияжа. Подписывайтесь на канал, чтобы быть в курсе свежих новостей шоу-бизнеса. Виктория Короткова, несомненно, одна из самых ярких участниц проекта «Холостяк». Ее соперницы, также финалистки Дарьи Клюкиной, к вниманию общественности уже не привыкать. Она участвовала в 5-м сезоне. Ну а Виктория Короткова после старта 6-го сезона столкнулась с этим впервые. Она отмечает, что ей не так уж и много пишут плохих комментариев. Однако, одной из самых животрепещущих тем для обсуждения стала внешность девушки. В частности, много комментариев Виктория получает по поводу того, что на многих фотографиях у нее открыт рот. Еще одна распространенная тема у хейтеров, что Короткова боится выйти без макияжа. Когда мы были на проекте, Егор пришел нас с утра будить, позвал нас в Порт-Авентура. В то утро я проснулась, оделась, надела очки. У меня была жуткая аллергия на лице. У меня было лицо в жутчайшей красной сыпи. И когда ты идешь на первое или второе свидание с человеком, который тебе нравится и с которым ты мало знаком, я считаю, что это супер неприятно, когда у тебя все лицо в прыщах. Поэтому я была в очках и их не сняла. И эту тему начали развивать в том ключе, что я боюсь выйти без косметики, объяснила ситуацию Виктория Короткова. Кстати, с иронией Виктория Короткова отнеслась и к ошибке, которую сделала во время эфира на проекте «Холостяк». Видео вы можете посмотреть также на нашем канале.